Как используются земельные ресурсы в Павлодарской области? Каких именно земель не хватает? Об этом подробнее в сюжете. В своем послании глава государства поставил одну из главных целей – к 2030 году увеличить в стране количество орошаемых земель. В текущем году планируется довести площади орошаемых земель до 135 тысяч гектаров. На данный момент в Павлодарской области площадь таких земель составляет 132 тысячи гектаров. В регионе увеличиваются ежегодно площади орошаемых земель. За 3 года мы наблюдаем положительную динамику увеличения площади орошаемых земель, в том числе и за счет переводов в орошаемые виды угодий. С 25 мая по 13 июля пройдут конкурсы на 142 тысячи гектаров земель сельхозназначения. Всего в этом году на конкурсах планируется предоставить не менее 500 000 гектаров. В целях удовлетворения потребностей населения области сельхозтоваропроизводителей в землях сельхозназначения в области на сегодняшний день уже проведено 10 конкурсов по землям сельхозназначения, на которых предоставлено право аренды на 95 тысяч гектаров. Один из основных вопросов Павлодарской области – использование пастбищных угодий. По словам Руслана Даутбаева, в некоторых районах наблюдается их нехватка. Всего в регионе общая площадь пастбищных угодий составляет на сегодняшний день 8,3 миллиона гектар. Из них за землями сельхозназначения, которые закреплены за различными сельхозтоваропроизводителями, числится 4,3 миллиона гектар. Один из самых актуальных вопросов – нехватка пастбищ для нужд населения. Больше всех в них нуждаются жители районов Павлодарского, Щербактинского и Теренколь. В 2020 году эта цифра – 403 тысячи гектаров. Для решения данного вопроса по нехватке пастбищ именно в населенных пунктах местными исполнительными органами в 2020 году было предоставлено почти 466 тысяч гектар пастбищ, из которых 127 тысяч гектар именно были выделены для отгонного животноводства на отгонных точках. Площадь неиспользуемых и нерационально используемых пастбищ Павлодарской области составляет 271 тысяча гектаров. В текущем году в государственную собственность было возвращено почти 36 тысяч гектаров неиспользуемых пастбищ. Раиса Моргунова, Ертыс Акпарат.